Привет, солдаты и солдатики, с вами Пламбер, и сегодня очень много новостей, много позитивных эмоций после того, как я протестил новый сезон Call of Duty Mobile. Сразу же я залетел в королевскую битву, где очень много всего: новый класс, новое оружие, новые локации, танк в игре, новый скин на третий бронежилет. Я просто в восторге, всего-всего очень много, я очень рад этим изменениям. Первая карта, на которой я побывал, это Shipyard. Она чем-то даже похожа на порт, но несколько раз меньше в размерах. Сразу обратил внимание там на бочки с газом, которые можно прострелить возле противника и поразить газом. Испытал новый класс дымовой бомбы, где в дыму тебя никто не видит, а тебе видны силуэты противника. Посмотрел новые локации, Hospital и Black Market. На второй, кстати, можно через терминал выбрать себе средства передвижения. Вот такая небольшая, но очень интересная локация Hospital. И вот такая вот локация Black Market, где в гараже есть 4 терминала и можно вызвать средства передвижения. Еще что мне понравилось в этом обновлении, так это добавление танка. Прочный, легок в управлении и довольно-таки привлекательный. Так что, друзья, это были все самые последние новости. Спасибо за подписку. Следите за новостями. Все ссылки на наши каналы я укажу в описании. Всем крепкого здоровья. С вами был Пламбер. До новых встреч.